Все, приветствую на своем канале. Меня зовут Максим. В сегодняшнем ролике я пойду на локацию 3 черепа. Хочу я сделать такой небольшой эксперимент. Взять дубинку и проверить, как она будет себя вести на локации 3 черепа. Между прочим, я еще воспользуюсь возможностью как дождаться ночи и пойти на ночной схрончик. Взял я с собой дополнительное оружие, это пернач. Естественно, с одной дубинкой идти туда рискованно и будет нелогично. Немного хила я взял, 27 штуки. Ну, бочонки я взял на крайний случай, вообще вот на крайний случай, на самом деле. Мне сейчас необходимо будет ремни найти, один ремень, одну штучку, для того, чтобы изготовить кожаный мешок. Не хочу хвастаться, но в последнее время у меня слишком много древесины накопилось. Поэтому мне сейчас что необходимо? Мне сейчас будет необходимо фармить медь, чтобы изготавливать медные слитки. Иначе я пойду в подземелье ни с чем, можно сказать. То есть мне надо много перначей изготовить. Мне вообще много всего надо, как обычно. Но за эти дни, за эти 2 дня, которые я не снимал ролики, я в это время, откровенно говоря, ходил, фармил древесину. Ну и вот сами видите результат. Вот. Так, жду я ночи, в общем. Колокол, может быть, уже прозвенел? Нет, не прозвенел еще. Но он должен прозвенеть сейчас. На этой неделе обязательно я планирую идти в подземку, так что готовьтесь к прямой трансляции новой. Пойду я 10-й раз уже туда. Все, я услышал колокол. Пойду я, наверное, вот сюда. Везет иногда на этой локации. Наверное, легкая вообще. Вот это вот сосновая чаще, чем каменистые скалы. Кстати, скоро обновление будет. Интересно, что там добавят. Хотят какую-то новую вещь, какой-то новый предмет добавить. Честно говоря, я не знаю, что они хотят. Есть много предположений. Так, ну что, погнали. Тихоньку так проходим сейчас в серединку. Быстренько необходимо будет найти... Ну, кого я буду 100% убивать дубинкой, так это вот этих бомжей. Моя любимая фраза. Беру дубинку, чтобы убивать всяких бомжей. Я думаю, вы уже запомнили эту фразу. Одна из моих любимейших. Так, ну, вот этого бомжа 100% надо убивать. Мне, в принципе, не жалко. Дубинку надо тратить. Еще бы. Дубинка — это самый экономный уже вариант идет. Так, ну конечно же, я буду убивать перначом вот этого лютоволка. Так, все отлично. Вот это. Ночной гость нападает, я сразу же, сами понимаете, что делаю. Ну ладно, золотая, может быть, успею дочки золотать. Мало ли. Какой-нибудь рыцарь придет, и все, и мне хана. О-о-о, неплохо. Мне еще дали. Бинты возьму. Так вот. Беру. Так, я смотрю, я проверяю. Так, это не, это я не беру. Все, вот так, второй крючок. Пошел нафиг. Я прям дождался, когда он подойдет. Черт! Ненавижу медведей. Мишель. Ну, он доигрался, если честно. О-хо-хо! Друзьяшки! Вот это да! Вот это мне реально фартануло сейчас. Ремни! Боже мой, наконец-то! Ну, сейчас будет проблема, как всегда. Одна и та же. Некуда будет девать добро. Наверное, вот это я уберу все.
дело. Возьму-ка я гвозди все равно. Вот мне гвозди хочется. Так, окей, ладно. Фальшион целый. Красота! Неимоверная. Только вот сейчас надо... Ну, как обычно, в общем, впрочем, ничего нового. Вдвоем напали. Пошли нафиг. Настроение у меня хорошее. Так что... Все замечательно. Сейчас штанишки спадут, будет беда. Но зато... Место очистится в инвентаре, между прочим. Так что... Ребятки, советую дубинку иногда брать тоже. Дубинка неплохо может подойти для таких случаев. А, тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой. Вот этот красавчик откуда. Ну ладно, окей. Так, что-то это самое. Чуть мне не нравится вот это все дело. Что-то тут изменилось. Стоять. По-моему, я не там ходил вообще. Ладно. Давай, 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 давай. Медведь. Ну как сказать по поводу того, окупился я или нет? Хрен его знает вообще. Блин, сейчас у меня все спадет. Ну ладно, давай, я тебя жду. Слава богу, не поворачивается. Так, ну, ночного схрона, может быть, и нет здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Беда, беда, беда. Когда ночной гость приходит, он иногда тоже мешает очень сильно. Ладно, все, у меня наконец-то спало. Друзья мои, я в последнее время только и зациклен на локации этих черепа. Спросите вы, почему вы будете начинать подозревать меня в этом? На самом деле, это единственная пока в данный момент нормальная локация из всех, куда я могу пойти. Не считая подземелья. Подземелье не в счет. Я не могу же ежедневно идти. Ну какого хера? Вопрос. Товарищ. Ух, блин. Как меня бомбит. Я же не могу его убивать сейчас. Ну не могу я его. Ну, как я буду сейчас? Не люблю этих рыцарей. Ты кто? О, чувак. Спех на чем? Стоять, стоять, стоять! Тварь, блин, такая, а? Еще один, что ли? Да. Молодцы, молодцы. Так держать. Ладно. Уйду я отсюда. В общем, я иду второй раз на ночной схрончик. И, конечно же, в первую очередь я туда дубинку беру. В самый раз. Сейчас будет все. Сейчас все увидите. Два рыцаря, между прочим, помешало мне. Там не было ночного схрона. К сожалению. Я уже примерно это понял. Так. Ладно. Попытка номер два. Может быть, сейчас повезет. Вот что. Вот много, ребятки, вас. Понятно, там рыцарь. Блин. Так, ну, ребятки, давайте очищать проход. Будьте это. Вежливые, будьте, как говорится, воспитаннее. Товарищ проклятый, все отлично. Ну ткань мне зачем? Ну, мне ткань не нужна, на самом деле. Так, окей. Может быть, вот этого лучше убивать, там ночной гость, тварь. Ненавижу его. Ночной гвоздь. Кто помнит, тот поймет. Кто знает, тот поймет. Вот. Блин, вот эти вот три черепа, конечно, надолго будут запоминаться. Да ты ж мой красавец, да ты ж молодец. Ненавижу этих людей, которые постоянно мне мешают. Еще раз. Народ, попытка номер три. Третья попытка. Три попытки с дубинкой. Вот фартит мне на рыцарей.
знаете, прям фартит. Не хочу я с рыцарями связываться, я не хочу фальшион тратить на такую ерунду. Я хочу нормально залутать локацию. Мне не дают. Мне не дают даже прикоснуться к сундукам. Вот что интересно знать. Вот твари. Сидят они тут, значит. Так, ну ладно, этого мудака можно убить. Мудак, он и в Африке мудак. Просто вот даже не хочу лутать их. Тратить на это время. Дайте мне спокойно, значит, залутать. Ну, вот это можно еще взять, ладно. Так, 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 так. Тихо. Кто? Лютоволк. Ну, лютоволка надо вот этим убивать. Естественно, естественно. Ладно, оставлю на всякий случай с собой. Ну, какого фига ты-то здесь? Вот это вообще было нечестно. Я так и знал. Не даст. Не даст. Вовремя, конечно, товарищи. Вот это вот все происходит каждый раз, когда я прихожу на локацию, три черепа. У меня всегда какая-то ерунда возникает. Вот это вот зря, конечно. Энергии мне не хватит. Ну ладно. Бог с нею. Уже 10 минут как пытаюсь третий раз найти его. Ну, одна минута осталась, конечно. Конечно, я все успею. Вы же сами все понимаете. Я вот даже этого чувака могу залутать. Тихо. Да ты-ту-ту-ту, блин. Ну-ну-ну-ну, зачем ты пришел? Зачем? Ладно, давай так с тобой поступим. Вот так вот мы с тобой. Оп. Окей. Быстренько лутаю. Хотя бы один сундук дайте мне залутать спокойно. Ночного схрона не дали. Вот вы. Пип. Пип. Самое настоящее. Не буду я пока пить, зато мне дали проволоку. Ну ладно. Так. Вот как я должен здесь все это? Ой, нет, иди нафиг, я тогда тебя вот так. Воу-воу-воу-воу! Стоп-стоп-стоп! Не могу. Ребятки, все втроем так напали. Ну все, по-моему, ночь уже закончилась. Ну, несколько секунд осталось. Все, все, утро наступило. Беда, беда бедальная произошла. Но вот не фартит иногда. И игрок пришел, и проклятый откуда-то взялся. И ночной гость. Ну, везет, везет. Всегда мне везет. Я это уже понимаю. На какой степени мне везет. Сейчас еще рыцарь подойдет, чекайте. Друзьяшки. Мордашки. Ну, тогда некуда никуда торопиться. Слишком много оленей, кстати. Кто ты? Ну, конечно, а вы-то как думали? Ну, кто еще может мне попасться? Ну, замечательно, замечательно. Люблю я таких персонажей. Так что, ладно. Вы поняли, что дубинка — это неплохой вариант. Только есть один небольшой минус дубинки. Небольшой минус в том, что она очень медленно убивает людей. Точнее, не людей, а этих животных. 14 урона дает зато. Скорость атаки медленная, пернача, конечно же, быстрее. Ну и, само собой, скорость быстрее. Да и у фальшиона еще быстрее, кстати. В общем, вот. Теперь я могу кожаный мешок сделать спокойненько. Буду отправляться далее куда-нибудь. Повозка разбитая 7 минут, ну ее нафиг. Все, в общем, ребятки, до скорых встреч. Увидимся мы, наверное, в следующий раз уже в подземелье постараюсь. Потому что у меня целый фальшион есть в запасе. Ну и будет скоро несколько пихначей. Вот. Все. Ребят, советую в следующий раз попробовать взять дубинку. Попробуйте. И напишите мне в комментариях, получилось ли у вас это. Спокойно залутать. Все, до скорых встреч. Пока-пока.